Привет! Мы команда Звук Человека, мы хотели сделать нашу игру как можно лучше. Если вы столкнетесь с сбоями или ошибками, пожалуйста, сообщите нам о них в форуме Steam. Спасибо, приятной игры. Аргл и Куха. Выберите... Чем мы играем? Мышкой. Йоу, гайз, с вами Шамики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Mini Shot Adventures. Мини-выстрелы приключениям. Так, новости, поехали. Ну, я думаю, такого будет достаточно. Больше нам не нужен. Потом, если что, поменяем графика. Отражение экрана, мигание, вертикальная синхронизация пусть будет. Управление. Сложность. Это парад доступ духа в игре. Доступность. Ладно, бог с ним. Играм. Играть. Да. Уровень сложности. Исследование. Рекомендуют выбрать этот режим, если шутеры с видом сверху вам на винту, и если вы хотите исследовать мир без особых помех. Снижена скорость врагов и их пули. Стандартный. Рекомендуем играть этот режим, если вам нужен сложный, но вполне проходимый шутер видом сверху. Стандартные настройки. Усложненные. Рекомендуем выбрать этот режим, если вы часто играете в шутеры с видом сверху или предпочитаете больше напряженные бои. Увеличивает скорость врагов и их пуля. Стандарт. Пробуждаем главного героя. И руля недавно вышла. Жили-были кораблики. И бабах! Нашего челика заморозили, его город сломали, и выросло на острове какие-то данжи. Откуда вылетели злобные самолетики? Проснись, малыш! Здесь появилась Кверна. Изгнанный вернуться. Ищи своих друзей-корабликов. Обрети мои первозданные силы и верни равновесие великому кристаллу. Так, что мы видим? Самолетик. Три хпшки и какой-то кристалл. Так, я уже вижу bullet shell. Так, shift это замедление здесь, что странно. Стрелять я не могу. Ага. Стрелять. Хорошо, мы получили пушку. А, шарики, заметьте, они собираются в эту. Короче, а, я не могу отсюда выбрать. А, это как типа понятно. Узорчик, да, делается. Но дальность у нас не очень. А, подожди, тут автонаводка есть? Нет, нету. Собираем какие-то кристальчики. Кристальчики вроде сами к нам собираются. А, тут даже секретки есть. Это хорошо, значит нужно внимательнее смотреть. Это, кстати, Metroidvania. Кстати. Обогрем.
Враги быстрее, пули врагов быстрее. Ну зачем? Осложнять себе игру. Играть на нормале — это самое такое. А, так это обычно, они даже не атакуют. О, так он наперед стреляет, прикиньте. Не. Ну, пулями, я думаю, можно проверять, есть тут стенка секретка или нет. Выберите режим прицеливания. Ручной. Прицеливание вручную, правый мини-жойстиком или мышью. Наведением. Разворот корабля с... врагам при стрельбе. Автоматически. Автоматические наведения и стрельба по врагам. Ты что, издеваешься? Это вообще просто называется летай и все. За тебя все сами сделают. Новый уровень. Так, мы получили кристальчик. Улучшение мини-шут. Ага, смотрите, у нас есть какие-то собираемые жучки, таблички и красные эти. Это, как я понимаю, мини-боссы, наверное. Это боссы, ключ, камень какой-то, сердце. Еще будет 4 вида оружия, энергия, не знаю, что за энергия. Здесь еще есть древо прокачек, либо это достижение. Цена 2. Урон. Урон, дальность стрельбы, скорость пуль, скорость стрельбы, шанс критического урона, скорость передвижения. Мне нужно сейчас на самом деле дальность, наверное. Скорость стрельбы. Урон. Хотя есть ли урон? Хотя чем дальше буду стрелять, тем лучше, с одной стороны. Подожди, я могу отдавать, потом, если что, забирай, да? Ну, слушай, уже на самом деле дальность чуть... да даже не чуть. Хорошо выросла. А тут карты нету, было бы хорошо, если была бы карта. Так, мы освободили кораблик. А может кто, кстати, эти кораблики, которых я должен спасти, тоже как вариант. Пушка уровня 2. Мне нужно 5 таинственных камней. Окей. Тут разлом, я вижу, в пещере есть. Давай тогда все постепенно. Сначала пойдем с правой стороны и будем поочередно все делать. Это, как я понимаю, испытание какое-то. Ну... мы играли в игру Dungeon and Gun. Или Gun of Dungeon. И там такой bullet shell был неудобный. Поэтому, да. Здесь ничего страшного не будет. А, мне нужен типа способность телепорта, а нет. Одуванчики лопаем. Ню. Пока игра мне нравится. Но единственный нюансик пока то, что отсутствует карта. О, ребята, что с вами такое?
Я-то уворачиваться могу, плюс-минус, смотреть за всем. Я не папий. Я не как папий, что невнимательный. Я могу проходить моментики без урона. Если, конечно, не очень много кнопок. Ого. Их. Сложное испытание. Новый уровень. Да и кусок сердца получил. А, че, 3 куска находишь и полное сердце получаешь? Нифига себе. Можно, короче, отсюда забрать, как я понимаю, и сюда вложить. Скорость пули. Но это получше будет. Потом будем на урон копить. Чем-то пожертвую и вкину на этот. Это типа испытание. Потому что пока враги, как я понимаю, будут не очень сильные. Вот этот тоже разлом. Поняли, поняли. Такие надо еще трещинки искать. Запомнили. Значит, у меня должен быть типа рывка или... Плюс-минус что-то в этом духе. Что это делает? Типа хпшку мне восстанавливают? Еще, как я понимаю, должна быть взрывчатка у меня? Так, ладно, давай сюда. Да, ощущается то, что мы стали быстрее атаковать. Рывка еще нету в игре. Ну, в принципе, тоже несложно. Вот видите, можно же еще медленнее двигаться, чтобы не переусердствовать. Запомнили. Так, давай пока мы это сходим еще вниз. Все равно нас воротило обратно. Пещера. Стоп, я могу вражеские пули уничтожить? Не могу, походу. Я думал, я должен факела зажечь. Нет? Да. А у меня нету огня.
Ладно, тогда сюда позже вернемся. Оп. Жука нашел. Так, как я понимаю, цветочек я тоже должен как-то забрать, оно. Куда? Никак? Не могу, ладно. Ну, если что, запомнили, что сюда можно, наверное, и за цветком прийти. Я вот сижу и думаю, а хочу я сюда идти? Я ж, если сейчас прыгну, я ж уже не вернусь. Наверное, я туда потом приду. Жалко, что стена типа не пропадает, если ты ее находишь. Левел ап. Ага, понятно. Ну я же понимаю, что на меня сейчас нападут по-любому. Сюда мы левел ап. Ладно, пока дают идти куда-то, давайте идти. Хотя туда я в тот лес я тоже мог пойти. И ты пещеры. Хочу лезть сюда идти. Ой. Конечно, я буду пытаться не погибать. Там какой-то единственный кристальчик. Место большое. Что это было? А, новый уровень. С другой стороны, какой смысл скорости пули? Мне кажется, пули и так нормально летят, нет? Шанс крита можно поставить. Так, подожди, а как мне сюда попасть? Тайна. На карта бы не помешала. Крит упал. Арена. Даже, возможно, босс.
Так, поджимают, поджимают. Ого. Ну, в принципе, босс несложный. Байтишь на выстрел, стреляешь в жопу. Может, там внутри босс? Я думаю, они навряд ли будут как-то именоваться. Там, где кристалл, да? Да. А, так я еще и здоровый кристалл могу получить. Вообще левел ап. Дайте тут кристалл, дайте тут кристалл, дайте тут кристалл. Мысли. Не, я хочу. Там еще есть это, подожди, там скоротка есть. Там можно пройти куда-то еще. Так, подожди, это я здесь, да, был? Ага, это мы по пещере пошли направо сюда, значит идем сюда. Это босс? А, либо это босс, либо это мини-босс, я не понимаю. Так, шанс крита убираем и ставим на... Дальность слишком большая будет. Ну, давай как-то так встанем. У меня сейчас здесь до краешка травы. Забираем. На одну пульку где-то, да, расстояние. Пусть лучше урон будет. А ну а если этот? Пусть лучше так. Давай, скажи, что я должен в гонках участвовать, чтобы их забрать. Серьезно? Люль. Короче говоря, мне нужно хотя бы... А, ну скорость, да, вкачать.
Как минимум вкачать на максимум скорость во время этих гонок. И, как я понимаю, у меня должен быть по-любому телепорт. Вот по-любому. По-любому должен быть телепортик. Смотрите, как я говорю, у меня должна быть способность телепорта. То есть такие места, дистанция, куда я должен попасть. Я вот даже не знаю, вот некоторые тут есть возвышенность, я могу на них попасть еще. Тоже вопрос. Ну, так как эта игра для... сделана двумя человечками, то, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Да, походу это босс. Возможно, это карта, кстати, выглядит как кусок карты. Вот, главная цель, сигнал бедствия, потерянная сила. Вот, наконец-то. Что вот это тогда? Ну, в принципе, окей. Это мы отсюда сюда пришли, значит, идем сюда, изучаем вот эту часть. А потом идем на бедствие. И теперь у нас с вами фулл хп, четвертая хпшка. Куда нам не попасть? А. Ну, я же говорю, мы спец. Для нас такие вещи не проблема. Я получил куб. Возможно, способность рвок. А, это, скорее всего, ускорение. Ускорение, да. Чё-то я попал не туда, куда надо, походу. Эй! Так, чё-то я в зону довольно опасную попал. Надо отсюда сваливать. Скорость при ускорении.
Я, конечно, ни на что не намекаю, но как мне отсюда теперь выбраться? Я сюда вообще не хотел ехать. Походу так. Снова, что я должен сделать? Эта версия посильнее. А я тоже буду посильнее скоро. У нас одиночная пушка, а мы сможем с вами прокачать, чтобы была двойная пушка. Ой, я в ловушке. Ладно, бьем. Бьем. Ничего сложного не вижу. Булочет еще не на максимум. Это как в Айзеке, знаете. Знаешь, противника к такой сложности вообще не будет. Да, левел ап урон наносит. А, да ладно. Открыли. Мне нужна способность поджигать факела, как я понимаю еще. Так, а что это за пометки? Сигнал бедствия. Давай, обменять. Теперь у меня двойная пушка. 22! Значит, это были в натуре мини-босса. Теперь у меня 2 выстрела, кстати. Это ни хера себе. Да я понимаю, только как мне к тебе попасть. Как бы мне к тебе попасть? Надо, кстати, будет... Жалко, тут нету этих пометок на самих картах. Были мы тут здесь, не были мы здесь. Значит, все-таки я перепутал. А что вот это тогда в натуре? Возможно, это реликвии какие-то. Одну способность мы получили. Одну способность мы получили.
Другой находится где-то за картой. Давайте, думаю, на этом закончим. В следующей серии отправимся в место с боссом, где один из черепков. И? Как вам мысль? Убьем босса и дальше потом мы будем исследовать карты. Либо, хотя у нас время есть, если то не босс, а мини-босс, значит давай сюда. Ну, конечно, по-хорошему нужно было бы локацию дальше зачистить, походить. Так, вижу ключ. У меня еще хп не полное. Изи. Ну все, мы теперь сюда сможем попасть и туда. Мешок. Прокачаю, наверное, скорострельность еще. По-хорошему бы, наверное, дальность, чтобы не рисковать. Возможно, стенку можно взорвать будет. А еще один ключ. Давай, что дальность. А, скорострельность нужно 3. Хотя крит можно убрать, можно поставить еще урон. Или фиг его знает. Кристаллов много надо. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. С другой стороны, дальность. Давай, наверное, крит. И дальность все-таки, да. То, что в игре дальность тоже роль играет. Ключик. Так, ну, ладно, если они уже на меня напали. Хотя... Я так подумал... Что нет. Дальность не решит мне ситуацию. Вот урон решит. О, да ладно. Мы энергию получили. Интересно, что энергия даст. Так, видите, там уже нужен нарывок. И тут нужен нарывок.
Ай. Лишняя хпшка. Новый уровень. Крит. Скорость пули, я не знаю, типа скорострельность уже есть. Какой смысл от того? Кстати, походу рывок. Кстати, походу рывок. Секретка он есть. Я много игр всяких жестких поиграл, поэтому для меня такое не сложное. А их не уничтожаются, жаль. Оп. Дальней срывка нету. А как на возвышенности тогда залазить? No hard, easy. No hard. No hard, easy. Easy. Но это, понимаете, это рывок, это не телепорт. Ай. А. Хотя бы слушать, как они забирают. Главное не побегать в этой игре. Так, смотрим насчет секреток. А вот видите, если бы я не сломал его, я сейчас левел бы себе не апнул. А
А, значит, собирая энергию, у меня дольше работает этот полет. Подожди, а какое я место видел с секреткой? Надо тогда вот снова место найти с секреткой, которую я говорил. Главное лучше так, чем получить урон. Начни здесь. До получения способности в каком-то из разделов мы видели, что можно было тэпнуться. Лучше пролететь, сразу посмотреть, потому что я говорю, из-за того, что здесь карты местности нету, лучше еще раз пройтись и позапоминать. Вроде бы не здесь. Где я видел? Прямо вот в стенке был проход. Я еще говорю, о, нужно будет сюда вернуться, потому что это там что-то будет. Прихожу, не могу найти это место. Ну ладно. Давай еще раз эту сторону посмотрю. Это не здесь. До получения способности прыжок. Значит, с этой где-то стороны. Где-то здесь, вот, да, вот. Видите, я же говорю, что где-то, помню, был проход. Что? Битва с боссом? Что за босс? Хотя, блядь, наверное, да, нужна была босса на другую серию. Уязвимый? Изи, без получения урона. Изи, изи, изи. Плюс левел, два левел апа, наверное, даже. Тем количеством. Нет, почти.
Ну, убийство без урона. То факт. Один есть. Еще 4 босса и финальный. Так, ага, следующее место появилось. Ну, в следующей серии будем, не знаю, что исследовать, куда идти. Думать. Я могу на самом деле сюда пойти. К острову. Мне нужно его освободить. От слез. Ну ладно, будем заниматься в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.